На конкурс дети читают стихи Веденина Диана, 9 лет. Здравствуйте, меня зовут Веденина Диана, мне 9 лет. Я живу в городе Петрозаводске. Учусь в 11-й школе. Автор стиха Данил Хармс, дворник Дед Мороз. В шубе, в шапке, в душегрейке дворник трубочку курил. И, усевшись на скамейке, дворник снегу говорил: ты летаешь и летаешь, ничего тут не поймешь. Подметаешь, разметаешь, только бестолку метешь. Да чему я говорю? Сяду ли, да покурю. Дворник трубку курит, курит, и глаза от снега щурит. И вздыхает, и зевает. И внезапно засыпает. «Глянь-ка, Маня!» — крикнул Ваня. «Видишь, чучело сидит и глазами-угольками на мету свою глядит. Это вроде снежной бабки или просто Дед Мороз. Ну-ка дай ему по шапке, да схвати его за нос». А оно как закричит, как ногами застучит, да как вскочит со скамейки, да по-русски говорит: будет вам уж мороз, уже мороз, как хватать меня за нос.